Всем привет, это МХМ ТВ, я Алекс Борман. Мы сегодня идем на мероприятие, посвященное десятилетию группы Холон. И надеюсь, что будет вкусный металлевый тортик и разные плюшки со вкусом деза и трэша. Мы из группы Total Harmonic Distortion, сокращенно THD. THD. Спасибо нашим друзьям Холон, что нас пригласили сюда. Пользуясь случаем, поздравляем их с десятилетием, с выходом нового альбома. Есть кое-какие новости, скоро мы отправимся тоже вместе на одну концертную акцию, но об этом вы узнаете чуть попозже. Вместе с группой Холон мы, наверное, будем играть на моей родине, в Кишиневе. Но подробности мы уже объявим как-нибудь по ходу. Новый альбом мы очень долго готовили, ввиду всяких независящих от нас причин. Но слава богу, он наконец-то увидел свет. Называется Mad Kind. В нем 11 отличных песен. Но в связи с хорошим звуком, как вы говорите, хочется поблагодарить Евгения Пилипенко. Он постарался. Сегодня было очень удобно играть. По совместительству это не только наш звукорежиссер, а и первый вокалист группы THD, которому принадлежит треть текстов на этом альбоме. Треть текстов ему, его пера. Как Октав упал к нам в группу на самом деле. Вот. Мы были знакомы давно. Октав родом из Кишинева, легенда молдавского металла, играл в группе Accident, потом она переименовалась в Accident, потом в гомельской группе Нейра. Это, в принципе, новая инкарнация была группы Раста. И, в принципе, мы познакомились в Киеве. И были так, просто здоровались, да, там, привет, как дела? Ну да. Вот, а потом мы случайно просто нос к носу встретились на французском фестивале Hellfest, куда поехали мы втроем. Иду я с женой по Hellfest. И вдруг меня окликает кто-то: Октав! А я думаю, ничего себе, где-то в поле во Франции меня кто-то знает. Среди 70 тысяч человек. Да. Оказалось, это ребята из THD. Вот, мы хорошо выпили. Да, и в этот вечер мы так выпили, что Октав, даже не слыша нашу музыку, согласился уже у нас петь. Вот. Собственно, через пару недель приехал в Киев на репетицию, и так наш альянс и появился. И, в принципе, как бы сдвинулось так творчество с точки, скажем так. Ну, практически, это было в 2011 году, вот как мы вот и познакомились, вот с тех пор мы и работали над этим вот альбомом. We'll be right back.
будуть композиції присвячені останнім подіям війні, АТО. В принципі, концепція. Це буде концептуальний альбом, така там. Ну а як же? Ну, у нас основне це зараз ми закінчуємо. Ми зараз у нас, в принципі, виступів мало. Нам зараз запропонували цей достатньо цікавий такий концерт і виступити з класними командами, всі, в принципі, знайомі, Інфекто, це група Hello, це сьогоднішній концерт. Ну, ми зараз мало виступаємо, тому що ми займаємося зараз альбомом, зараз якраз копимось. От. Другий альбом у нас на підході. Наш жанр, як нас деякі люди класифікують, і нам це дуже сподобалося, козак трэш метал. Насправді то це не наша ідея. Ми колись на концерті почули, ну ми граємо, от наша тема там, наприклад, до зброї. От, ми граємо до зброї, і чувак кричить із зала такий, блядь, чуваки, це ж справжній козацький треш. І всі там в залі почали скандувати, козак трэш метал, типу, це ж козацький треш. А ми думали, чому ми так себе не підписали? Нормально, всім сподобалось. І ми розуміємо, що це дійсно оригінально. Надо, чтобы
на эти концерты ходили люди, не зависит это от них, от организаторов. Они сделали все, что могли. Концерт высочайшего уровня, и все. Ну, в принципе, да, все было супер. У меня закралась только одна ерунда. Вот на Таврии ездить мало кто хочет. Хочется Мерседес, да, наверное, какой-то совковый. Вот здесь вот, что группа за границей хорошая, наша группа не очень. Наши группы приезжают туда, срывают сливки, да, их любят, говорят спасибо. А нас, слушатель, ждет их группы сюда. Мне кажется, что популяризация как бы альтернативной музыки должна быть не только на плечах организаторов этих мероприятий, иначе мы так далеко просто не уедем. Если как бы у нас более там, на государственном уровне там, не возьмутся нашу украинскую музыку в целом продвигать, не только попсу. Ну, это было бы замечательно. Это финансирование фестивалей различных и продвижение их на телевидении, радио, в интернете. А так это все на плечах энтузиастов. Поэтому, собственно, и людей не так много, как хотелось бы. Сейчас парень, подаривший диск, говорит: Волчевский, вы, говорит, пьяные сыграли. Не хотелось бы говорить, что мы когда-то пьяные выходили на сцену. Наверное, это он придумал. Но усталый гитарист у нас упал на сцене и продолжал при этом играть. И мы не остановились, не лажанули. Это был приятный концертный момент. Сегодня я его чуть не зашиб тарелкой. Да, травмоопасный вид творчества, впрочем. Поэтому я стою от барабанов вправо. Сегодня было много теплых слов в наш адрес, в адрес группы EDM. Hellon, я надеюсь, будет. THD и Сичгарду. Привет вам, респект тем, кто пришел. А кто не пришел, завидуйте тем, кто был. Спасибо тем, кто пришел. И надеемся увидеть и других, еще больше людей на концертах. Не только наших, а вообще на метал-концертах. Люди, приходите на концерты. Каждый может, а ты без денег попробуй, блядь. Дождь идет, да?